Так, привет, 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 привет. А кто-то уже со мной на связи, кто-то слушает меня. Можно поставить единички. Прекрасно. А сколько нас человек сейчас? Скажите мне, пожалуйста, потому что я не могу посмотреть, к сожалению. Или я не знаю, где посмотреть, но, скорее всего, у меня нет возможности. Ага. Спасибо, Виктория. Здравствуйте. Рада всех вас видеть. Прекрасно, что хоть 15 человек собралось нас в этот праздничный день, и, в общем-то, погода хорошая, и вы могли провести это время несколько иначе, но вот вы сегодня вместе со мной, и мне это очень приятно. У нас сегодня тема акне, на сегодня поговорим, ну, как бы у меня уже была такая тема. Сегодня я, наверное, что-то повторю для кого-то, например, кто слушал уже мою тему, а для кого-то, может быть, будет интересно услышать какие-то вещи первый раз, потому что кое-что вообще в патогенезе акне изменилось. И вот сегодня мы будем рассматривать все это. И скажите мне, вот, может быть, у кого-то уже есть какие-то вопросы, например, по прошедшей моей теме акне. Может быть, кто-то пришел повторно послушать меня. Может быть, кто-то сразу хочет начать с вопроса. А я, в общем-то, сейчас покажу вам, что у нас. Что у нас здесь, какие мы разберем точки, это причины развития акне. Ну, я думаю, что большинство, наверное, знает причины развития акне. Ну, также что-то может быть новенькое еще я сегодня скажу, потому что раньше считалось, что, например, провоцируют акне и именно кути бактерии, раньше их называли пропионобактерии, да, пропионокислые бактерии, сейчас это кути бактерии с акне. И вот в причинах, в патогенетических особенностях мы сегодня будем разбираться. И как отличить акне от розации, потому что розация тоже может быть с воспалением. И, может быть, тоже был кто-то на моем мастер-классе по розации, и мы там разбирали, да, вот отличия вот эти. И дальше мы разберем средства гельтек для жирной кожи, как можно побороться с акне. Разберем немножко ретиноиды, потому что это основное, чем мы лечим акне наружно и системными ретиноидами внутрь, да? Например, такой известный препарат, как акнекутан, который он там как-то создана формула у него так интересно, уникально, что он практически не токсичен, то есть он в каких-то там фосфолипидных пленках, оболочках, в общем, что он не является токсичным, и, в общем-то, он такой. И дозировка его не нужна большая. Вот. Вот такая тема у нас. Всем добрый день. Я вот вижу, что вы все со мной здороваетесь. Мне очень приятно. Ну и, наверное, по традиции немножечко я скажу, куда вы попали, чего вы. Ну вот, кого вы слушаете, в общем-то. Меня зовут Новомлинова Эльвира Викторовна. Я сегодняшний спикер компании Гильтек, сертифицированный тренер, практикующий косметолог уже много-много лет. Занимаюсь инъекционными, нитевыми методиками. Ну и в частности, как раз-таки я лечу акне. Иногда у меня бывает, раньше было больше всего этого лечения.
всегда, ну, в общем-то, это всегда, знаете, это всегда лечение акне, это всегда в синергии вместе с пациентом. То есть только один доктор без участия пациента не может вылечить акне, то есть вот пациент тоже должен прилагать усилия. И вот, скажем так, все ребята, в основном это молодые люди были, все вот ребята, кто старался, набирался терпения, потому что лечение достаточно длительное, вот, все мы справлялись очень успешно. И сейчас, в общем-то, все хорошо с этими людьми. И, ну, часто это были вот дети моих пациенток. Чаще всего. Но также еще есть и возрастное акне, да, и вот может быть сегодня, может быть даже вы вот сейчас напишите мне, например, кто как потребитель косметики Гельтек, кто вот пришел, чтобы попробовать здесь найти свои методы лечения акне. Вот, может быть кто-то сейчас напишет. Кто хочет разобраться со своей кожей, со здоровьем своей кожи, да? Ну и, в общем-то, вот так. И сегодня вы пришли в компанию Гельтек. Значит, компания Гельтек начинает свою историю. Это достаточно молодая компания. Она начала свою историю в 1994 году с производства полимерных гелей, контактных гелей, и все мы знаем, все мы пользовались, все мы были потребителями этих гелей, либо если вы работник медицины, то вы как бы применяли это на, например, на УЗИ аппаратах, либо как потребитель, да, ну, все мы знаем вот эти вот контактные гели. Также у нас еще и стала выпускаться профессиональная продукция, потом у нас появился бренд ZU биокосметики, ну и также у нас есть еще отдел медицины. Пользователь Гильтек. Благодарю вас. Ага, Екатерина Седова. Что-то мне знакомо ваше имя и фамилия. Вы, наверное, у нас не первый раз. Мне почему-то так кажется. Итак, вот смотрите, у нас еще есть, что в Гельтек еще есть. Медицинская продукция, это блефарогели, да, и гель Демотен, который работает, ну, не только с демодекозом, с кожей, но и еще и просто с жирной кожей. Угу. Я очень рада, что вы активно смотрите нас. Ну и вообще для жирной, для проблемной кожи Демотен – это прекрасное средство, так содержит гиалуроновую кислоту, алоэ вера и коллоидную серу в большом количестве. Между прочим, уже клинически, лабораторно доказано, что гиалуроновая кислота благоприятно влияет на вот все провоспалительные факторы, она их как бы купирует. Вот, ну и я как бы перемежаю темы, да, ну давайте про Гельтек, все-таки, что медицина, профессиональная косметика, для ветеринарии еще выпускаем, значит, мы продукцию, контрактное производство, то есть если вы захотите сделать, например, какую-то свою линию, например, шампуни или кремов, вы можете заказать у нас производство. И еще химики вам в этом помогут. Ну и мы косметологи. Вот так, представляете? И также у нас есть косметика для мужчин, там уже 4 позиции в этой линии. Ну, в общем-то, для мужчин особо-то чего-то такого и не нужно, да. Мужчины, они достаточно лаконичные, что там умыться, увлажнить кожу, да, нужно, в общем-то, и защитить от солнца. И плюс еще у нас есть гель для интимной гигиены для мужчин. У них вот в этом геле он отличается от женского, там pH более щелочной, чем в женском геле интимном. Дальше, Гельтек Лав.
И Гельтек Лав – это лубриканты на гелевой основе, и они съедобными считаются, и со всевозможными ароматами, и вот еще разрабатываются еще новые отдушки всякие вкусные, вот, для пользователей. И еще у нас есть, как я уже выше упомянула, биокосметика Зею. А скажите, Екатерина Седова, а сколько лет вашим детям-подросткам? Может быть, мы на каком-то примере сейчас и разберем, да? Немножечко, просто вот даже интересно, да, разобрать. Дочери 16, сыну 13. А и сыну, вот которому 13, у него уже, собственно говоря, тоже вовсю, да, цветет лицо. То есть есть у него как бы и комедоны, и воспалительные элементы, и достаточно их много. А как мы знаем еще, да, что у мальчики они не очень склонны соблюдать личную гигиену, вот особенно в таком возрасте, да, очень тяжело их заставить это делать, пока у них не появится какое-то собственное осознание, собственная мотивация. Вот. Ну, что я хочу сказать, что, в общем-то, это акне, это такое заболевание больше социальное, да, которое мешает жить людям, да, и молодым людям, и женщинам, и очень много девушек страдает по этому поводу. Иногда это как бы такие критические какие-то психологические состояния. Вот. И поэтому, конечно же, мы достаточно серьезно разбираем эту тему. То есть это заболевание, оно, извините, не смертельное, не какое-то, не несет тяжелых каких-то последствий. Но вот социально оно очень как бы мешает жить, мешает, ну, как бы такой счастливой социальной жизни, да, в большей степени. В общем-то, и даже если мы не страдаем акне, да, но даже если у нас появляется какой-то прыщик, нас уже это беспокоит. А можете себе представить, когда кто-то просыпается и постоянно видит там 10 и более воспалительных элементов. Это неприятно. И поэтому, ну, наверное, каждый врач-дерматолог, он сталкивается в подавляющем количестве с этим заболеванием. Дальше это с розацией, с демодекозом. Сейчас демодекоза достаточно много тоже. Ну и что хочу отметить, что заболевание акне вот до 18 лет, это больше мальчики страдают, а вот после 18, особенно с 25 лет, это больше женское заболевание. И вот как раз-таки вот возрастные акне, да, когда там 30-40 лет человека, у него возрастное акне. И это достаточно неприятно. Вот такая дифференцировка. И, кстати говоря, так вот просто экскурс небольшой, что детки новорожденные тоже могут страдать акне до года, например. Это связано там с гормональными как бы выбросами, да, там и так далее, андрогенными какими-то ситуациями. И детки могут страдать акне, это где-то в лет 7, но там нужно все-таки, я бы обратила внимание, нужно искать причины, то есть это встречается, но причины по здоровью нужно обследовать ребенка и смотреть, что с ребенком не так. И у нас сейчас пубертатный период, он немножко помолодел, да, поэтому вот в пубертатном периоде, это где-то с 9-10 лет, уже гормональные перестройки у молодых людей есть, ну, это молодые люди, это и мальчики, и девочки, вот, и там уже появляются воспаление, да, и вот андрогенный фактор гормональный, он как раз-таки играет, ну, как бы лидирующую роль, вот, играет в формировании акне. И, в общем-то, и очень много методик есть, да, и иногда кто во что гораст, там, например, какие-то советы каждый дает. И бывает, что люди пробуют много чего. Ну, на самом деле
Ну, как бы здесь нужно выстроить грамотно лечение. Мы сейчас, ну, не будем, конечно, заниматься самолечением, или там я не буду говорить о каких-то аптечных препаратах топических. Ну, в общем-то, мы так в общем чуть-чуть разберем это все. И что хочу сказать, это заболевание, это хронический воспалительный дерматоз. И вот если, например, у деток, у маленьких было акне, то уже во взрослом периоде акне в 99% случаев будет, да, это заболевание. И протекать оно будет более тяжело. То есть мы уже понимаем, да, что, например, дальше вот мы посмотрим такое название, как сиборея, да, мы можем увидеть, что вот, например, сальные железы, они увеличены в размерах. Дальше там, вот тут и причины мы сейчас разберем. Но вот смотрите, патогенетически это все-таки заболевание, и здесь происходит реакция врожденного иммунитета, неспецифического, потому что основным фактором развития акне является воспаление, хроническое воспаление. Если раньше мы считали, что вот, например, экстракция. А, хорошо. Ольга Купреева, я сейчас, знаете, я сейчас запишу. А вообще хорошо меня слышно? Это только Ольге не слышно в дороге. Можно просто пару единичек поставить и все. И воспаление играет, благодарю, важную роль, то есть основную лидирующую роль играет воспаление, то есть вот это хроническое воспаление и стимуляция врожденного иммунитета. И что еще может влиять на акне? Это дефицит линолевой кислоты. Как правило, это полиненасыщенные жирные кислоты, и на жирной коже всегда есть их недостаток. И вот линолевая кислота, она из нее появляется целый ряд всевозможных церамидов. То есть вот что я этим хочу сказать, что, например, если мы говорим, вы можете себе, знаете, там тезисно как-то это записывать, какие-то там вещи. Если мы говорим о разборе лечения, то в первую очередь мы разбираем барьерные функции кожи, так как они всегда нарушены. Вот, потому что жирная кожа, она всегда дегидратирована, она всегда обезвожена. И вот барьерные функции, они нарушены. Ну, экспрессия филагрина, я не буду говорить об этом, может быть, это мало кому будет понятно, ну, в общем-то, это не так важно. Дальше то же самое, интерлейкин, это противовоспалительный фактор, может быть, у вас на слуху после вот всяких ковидных дел, вот интерлейкин-1, он является провоспалительным фактором. Фактор, он подключается во время воспаления, да, вот и стимуляции врожденного иммунитета. Появляется биопленка, формируется биопленка из вот этих вот резидентных бактерий, вернее, из бактерий. Так, сейчас, секунду. Биопленка из вот этих вот бактерий, и которые как бы, ну, у нас условно,
являются условно-патогенной флорой, да, но вот они, когда, ну, как бы вот эти воспалительные факторы все начинают влиять и начинают разрастаться, это условно-патогенная флора, и дальше происходит слипание кератиноцитов за счет вот этой вот создания вот этой вот патологической биопленки. Вот, плюс еще вот этот густой себум, да, и, ну, в общем, все это в целом вот вызывает ну, воспалительную реакцию. И также, как я уже говорила, это андрогены, это первично, да, тоже, то есть вот в себуме содержатся вот, вот эти вот гормональные как бы вещества, которые провоцируют воспаление. И также еще вот в последних разработках тоже инсулиноподобный фактор роста 1, он тоже является провокатором. Значит, акне, то есть это вот как бы тоже лабораторно-клинически это было... Ну, тоже доказано, то есть это все уже является доказательной базой. И вот что делает воспаление? Воспаление, оно же не наверху появляется, да, это уже как бы вторичные признаки акне. А сначала воспаление появляется внутри фолликула, вот в канале, вот в этом фолликула. И там появляется воспаление, и дальше уже как бы... повреждаются стенки фолликула, и дальше уже появляется воспаление. И акне может быть разным. Может быть комедональным просто акне, да, там с единичными воспалениями и просто с большими расширенными порами, такими черными, да, вот комедонами. Они могут быть открытые и закрытые. Это вот как раз... Раньше считалось, вот, может быть, если здесь есть специалисты, кстати, здесь есть косметологи, можете мне там что-нибудь поставить, коллеги. Ну вот, может быть, к разочарованию косметологов, если здесь есть, хочу сказать, что раньше считалось, что вот чистка – это лечебный процесс, да, вот при акне, что экстракция комедонов – это вот как бы одно из лечений. Но, к сожалению, уже, вот, как я сказала, лабораторно и клинически доказано, что экстракция комедонов нам ничем не помогает. Он просто, если очень сильно забитая кожа, то мы можем просто ее почистить. Да? Но в целом это никак не помогает нам решить вопрос именно с неспецифическим. Привет, девчонки! Привет, коллеги. Это никак не помогает нам решить вопрос вот именно с воспалением. Именно с реакцией врожденного иммунитета. Да? То есть здесь нужно решать вопрос немножечко иначе. Вот. И что, причины развития акне у нас... Какие? Это генетическая предрасположенность, да? Ну вот как, извините, я забыла, как зовут девушку. Она писала про детей, вот, своих 16-13 лет, да? Вот она говорит, у нее самой кожа была такая, да? Не очень, ну, то есть проблемная, да? А, Екатерина Седова, да. Вот, то мы можем сказать на 90%, да, что и у деток тоже будет такая же проблема. Если у мамы или у папы, значит, эта проблема была. То есть это вот генетическая предрасположенность, да, и вот как бы реакция на андроген еще, то есть это тоже генетическая предрасположенность. А заболевания желудочно-кишечного тракта тоже есть работы научные, именно когда акне связывают с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как все-таки у нас там большое количество там, микрофлоры, да, обитает. Вот, поэтому нельзя
этого отрицать. Ну, неправильное питание, возможно, погрешности в диете, злоупотребление какими-то там продуктами, это может быть быстрые углеводы, либо это также есть научные работы, что молочные продукты в большом количестве, они тоже могут влиять. То есть, если есть, например, склонность к акне, и если человек употребляет большое количество молочных продуктов, то можно сказать, что это является провоцирующим фактором. А неправильный уход за кожей также, ну, то есть кожа, мы должны понимать, что кожа, она уже, да, склонна к этому заболеванию. И неправильный уход, он тоже может спровоцировать именно заболевание, вот этот хронический дерматоз воспалительный, да, вот заболевание, вот это акне. А когда люди пользуются большим количеством там средства с кислотами, это может быть салициловая кислота, либо АХА-кислоты, либо когда люди используют большое количество спиртсодержащей косметики, да, вот. У нас много ее там в аптеке продается какой-то там, также прополисами на спиртовой основе. Вот считают, что да, прополис это природный антибиотик, но все-таки со спиртами лучше не шутить, да, потому что достаточно сильно повреждаются барьерные функции. Ой, сейчас. Что-то тут. Сейчас, секундочку, я прошу прощения. Ага. И как я уже сказала, что вот барьерные функции кожи это первичное, что мы разбираем, когда начинаем лечить акне. Дальше ультрафиолетовое излучение и плохая экология. Естественно. Естественно, плохая экология, как мы можем наблюдать, вы, наверное, обращаете внимание, что сейчас огромное количество людей, у которых вот не совсем здоровая кожа, да, ну, скажем так, я вот прям вижу много, и это может быть связано также и с декоративной косметикой, да, вы видите, вот помадное акне, это прям такое название у него, и гормональные нарушения. Также, если, например, тяжелая форма акне, то здесь нужно разбирать эту проблему не только самостоятельно, но и вместе коллегиально с гинекологами, потому что это могут быть проблемы с как бы заболеванием надпочечников, связано с надпочечниками, и может быть связано и с поликистозом яичников. В общем-то, здесь нужно достаточно серьезно разбираться. И понятно, что наружно мы можем что-то лечить, но если все-таки тяжелая форма акне, то нужно найти первопричину, да, что это такое. Либо это вот такая реакция на андрогены, да, либо это генетическая предрасположенность, когда мы можем вот действительно наружными средствами топическими это все лечить. То если гормональные какие-то нарушения, как поликистоз яичников, например, основное такое, ну, серьезное заболевание, которое провоцирует акне у женщины, и также, то есть, и плюс еще и гирсутизм, да, может появиться это вот разрастание волос на местах, там, где они не должны расти в большом количестве. И где чаще локализуется акне, это вот в основном лицо. Но также это может быть и спина, и может быть вот плечи, да? И, соответственно, мы, конечно же, будем лечить сразу же, ну, и, да, и грудь, кстати говоря. Вот. И, конечно же, мы будем рассматривать все это и лечить все вместе нам нужно. И в первую очередь нужно, конечно же, заставлять
молодых людей, которым по 13, 12, 15 лет, особенно которые занимаются спортом, например, чтобы они все-таки соблюдали правила личной гигиены и все-таки чем-то дополнительно пользовались для того, чтобы уменьшить салосекрецию. Потому что хотят они, не хотят, но все равно социальная их жизнь, она все равно страдает от этого. Вот. И вот такое понятие, как сиборея, да, когда я говорила, что вот, ну, это жирность кожи такая значительная, когда сальные железы, они увеличиваются в размере. Ну, вот мы видим кусочек кожи, как наша кожа устроена, вот так вот, как будто бы это прозрачный такой квадратик. Я прошу прощения, я сейчас глотну воды. Все ли понятно пока? Может быть, вернуться к какому-то слайду мне сейчас? Все понятно, замечательно. Так, и вот я уже начала, да, немножечко проговаривать, что стадии есть комедональная стадия. Это вот когда чаще всего мы делаем экстракцию комедонов. И как мы уже поняли, что это все-таки именно как лечебное действие, вот если мы хотим, да, лечить, то оно несколько бесполезное. Ну, хорошо, вот если есть специалисты, вы скажете, а что же нам делать, как же нам на хлеб зарабатывать и ну, какие у нас инструменты, да, тогда в лечении, например, вот таких с первой степенью акне, да, вот комедональная форма. Я вам скажу, что, в общем-то, не чисткой единой мы как бы живы, мы можем, в общем-то, делать, вот у нас Ирина Егорова, да, проводит мастер-классы по фонофорезу, по микротоковой терапии. Мы можем подбирать в Гильтеке много средств для жирной кожи, которые содержат микроэлементы и серу. В общем-то, мы можем заменить, да, мы можем делать какие-то гальванические дезинкрустации какие-то, да, делать. То есть мы можем стать прям хорошими помощниками для восстановления барьерных функций кожи и, в общем-то, постепенно, да, это не так эффективно, например, я прошу прощения, у меня аллергия. Я даже не заметила, что я нос чешу. Да, например, дезинкрустация или, например, если мы назначим в домашний уход энзимную пектиновую маску, это, наверное, не так быстро. Ну и в то же время это все-таки более эффективно в пролонгированном периоде, да, когда мы понимаем, что наш пациент, он оздоравливается значительно качественнее. Вот. То есть чистка, она как бы, да, вот вроде бы сразу он встал, она встала там и как бы, и вроде бы неделю походила, да, с чистым лицом, потом это все обратно вернулось. А если мы какие-то процедуры придумаем, какие-то алгоритмы для себя разработаем, то это, в общем-то, будет прямо экспертная ваша работа на качество, да, на качественное оказание услуги и на экспертность вас как косметолога. И неважно, а кто вы, врач, эстетист или косметик, ну, как бы без медицинского образования, но в любом случае здесь можно все-таки подумать над методами лечения. И дальше умеренное акне – это какие-то воспалительные элементы до 10, ну, до 10-15 штук. Что такое пустула? Это содержимое, такой прыщичек с содержимым, да, гнойным или серозным. Ну, в случае акне это гнойное будет содержимое. И папула – это еще не сформировавшись, то есть это просто воспалительный элемент такой плотненький.
Вот. И самая тяжелая форма акне – это когда мы можем наблюдать, когда вот эти воспалительные элементы, они сливаются и образуются вот такие вот узелковые элементы, и уже появляются достаточно большие рубцовые изменения, шрамы. И дальше, там, с возрастом, да, это вот такие вот, как бы, очень неровная кожа появляется, получается. И, как я вам обещала, значит, в чем разница между акне и розацией? Если мы говорим об акне, то чаще всего, ну, такого, наверное, не бывает. Я такого не встречала, если честно, чтобы, например, акне появлялось только там в 30 или в 40 лет. В любом случае, комедональная форма акне, наверное, она присутствовала, и все-таки это возникает на жирной коже, на сухой. Извините, у меня аллергическая реакция на, не знаю, на что. Вот. Раньше у меня было на березу, а сейчас, вот, видимо, еще на что-то появилось, что вот у меня в горле першит. И так далее, со всеми вытекающими. И если мы говорим об акне, то мы говорим, конечно, о жирной коже, жирной комбинированной коже. Если мы говорим о розации, то это может быть и сухой тип кожи, да, и это может быть и нормальный тип кожи. И акне, оно появляется, это заболевание появляется, в принципе, вот в пубертатный период. Но если мы говорим о розации, то чаще всего мы говорим о том, что это заболевание начинает прям активно проявляться где-то с возраста 35 лет. Хотя, конечно же, и мы можем видеть склонность к этому заболеванию уже и в детском возрасте, но все-таки вот появление вот этих вот телеангиектазий, расширенных сосудов, покраснения, особенно средняя часть лица в розации, да, это вот как бы мы говорим о розации. Если мы говорим об акне, то здесь мы можем наблюдать а я не знаю, честно говоря, что вам сказать, вам всем не видно ее. Я вот сейчас так увеличила. Или только поверните. Я не знаю, как повернуть-то, даже если честно. А, это кто на телефоне смотрит. Но я вот тоже думаю, я еще, дело в том, что я прям специально смотрела, хорошо, читабельно ли. Вот, чтобы. Ну, смотрите, на самом деле ничего не пропустили. Это единственное, если вы хотели сфотографировать. Ну, попробуйте сфотографировать, может быть, потом на фотографии это как-то все будет лучше видно. Но я, в общем-то, все это сейчас вот проговариваю, основные моменты, основные отличия. И смотрите, акне, ну, как я уже сказала, дебют этого заболевания достаточно рано появляется, с пубертатного периода, да, розация с 35 лет где-то, чаще всего активно проявляет себя. Это вот когда розация, это когда кожа может гореть, там вспышки какие-то, да, там лицо краснеет сначала. Также розация, это когда и руки могут гореть, то же самое мы можем отнести к симптоматике розации. А вот акне, это и акне, оно всегда, как я уже вот на мастер-классе, да, по розации я говорила как-то,
что акне всегда разрешается рубцами. Розация нет. Розация может не разрешаться рубцами, то есть эти воспалительные элементы либо сглаживаются, либо немножечко как бы они возвышаются над окружающими тканями. Но это не рубцы. И также, если, ну вот то, что я сказала, обычно розация – это средняя часть лица. А акне, оно появляется и на спине, и на руках, как я уже говорила, и на груди появляются воспалительные элементы. И что тут можно еще сказать? Так, все ли я? И вот смотрите, да, еще главный момент я тоже не сказала, вот характеристики, например, жирной кожи с акне, что кожа с акне, она, как правило, нечувствительная. С ней вот вы даже, если, например, косметологи, да, вы знаете, что даже чистку они легко переносят, что, в общем-то, лицо особо не краснеет, да, какие-то манипуляции, когда делаешь, то есть это вполне они, вот кожа такая, да, она хорошо переносит. А вот розация – это, как правило, чувствительная кожа, так, достаточно реактивная, да? Вот, это вот такие вот основные отличия. Как я уже сказала, что первопричина появления акне – это микрокомедоны, это воспаление, это ответ врожденного иммунитета, не специфического. Это когда воспаление появляется в устье фолликула. И когда устье фолликула начинает стенка фолликула начинает травмироваться, и там уже начинаются вот все вот эти явления, которые я с вами, ну, которые я проговорила вам. Поэтому, смотрите, если мы говорим о лечении акне, если вот здесь есть пользователи, либо, может быть, кто-то назначает, например, точечно наносить, да, вот если вы видите, что вот есть проблемы, то есть можно предположить, что, например, начальная стадия акне, то точечно мы никак не можем помочь, потому что, как мы уже выяснили, все-таки воспалительный элемент, он уже вторичен. То есть первопричину мы должны решить первопричину. Мы должны убрать вот это неспецифическое воспаление. Вот. Поэтому любые топические средства мы должны наносить на все лицо. Потому что там, где воспаление, там уже, собственно говоря, все случилось. Но на всем остальном лице там же тоже может идти воспаление, да, и поэтому нам нужно наносить везде средства. Какие самые эффективные средства лечения акне? Я вам скажу и по собственному опыту, и это клинически доказано, и, в общем-то, и действительно этими препаратами в основном и лечат акне. Это ретинол и азелаиновая кислота. Сейчас дальше мы рассмотрим, да, вот давайте я переключу сразу. Розация под глазами, это где это у вас так? Розация под глазами, как она там образовалась, розация. Розация под глазами. Есть, конечно, офтальмоформы розации, фимы разные, но это такое, знаете, прям что-то такое, ну, уже серьезное. Я не знаю, может быть, ну, сосудистая сеточка здесь, да? Где орбитальная кость, скулы, вот это место. То есть появляется розация, ну, это скулы, да, образно мы назовем. Но аккуратно можно применять. Посмотрите, у вас еще и жирная кожа. Почему ретинол? Почему ретинол? Или возрастные изменения вы хотите решить? Комбинированный возраст 40 лет.
Так сложно сказать, конечно, ретидерм. Начните с 0,25. Дальше мы будем разбирать ретинол. Мы посмотрим, как его. Мы посмотрим, как его применять, потому что, смотрите, при применении ретинола важна правильность применения, потому что есть такое явление, как ретиноевый дерматит. И ретиноевый дерматит – это, в общем-то, нормальное явление, это не осложнение какое-либо. Это рецепторы кожи так реагируют на ретинол. И вот вы видите, да, что ретинол бывает в разной форме, и ретиноевая кислота – это самая агрессивная форма ретинола, это третинаин. И третинаин, он используется только в лечебных топических средствах. Поэтому в косметике мы его не увидим никогда, вот именно ретиноевую кислоту. Есть там ретиноевая мазь такая ядреная. Я помню, еще там лет 20 назад как-то ее там назначали людям, но это ужас был, конечно. Результаты очень хорошие, но поначалу все-таки лицо достаточно сильно реагировало. И что важно понимать? Вот как я вам сказала об акне-кутане, да, вот пероральная форма ретиноевой кислоты. Ее тоже сделали в такой вот фосфолипидной какой-то там оболочке, в мягкой, что этот ретинол не токсичный. То же самое придумали и производители косметики. Они закрыли этот ретинол в липосомы, в липосомальную форму. И когда мы наносим ретинол, то с помощью липосом этот ретинол, он преодолевает вот эпидермальный барьер и проникает в кожу, и только там распаковывается и начинает работать. Поэтому его действие не такое агрессивное. Но если мы говорим о формах ретинола, то ретинилпальмитат – это самая мягкая форма ретинола, такие, скажем, микродозы, которые, например, содержатся у нас в антиоксидантном коктейле Витаматрикс. То есть и витамин А здесь играет роль как антиоксидант. То есть он никакой вот такой нагрузки лечебной, конечно, нести не будет. Он будет просто работать как вот антиоксидантная защита. А дальше еще одна форма, более такая жесткая, ретинальдегид. Она уже более-менее такая, более, ну, как бы, часто ее используют в косметике, и могут там иногда в коммерческих целях писать, что это ретинол. Но, как мы можем заметить, например, при нанесении средств с такой формой ретинола, никак не будет реагировать наша кожа. Ну, может быть, там только очень чувствительные рецепторы будут реагировать. И дальше идет ретинол и третинаин. И вот в косметике Гельтек используем именно ретинол в липосомальной форме. И хочу отметить, что ретинол, вот можете как бы посмотреть, ну, это для так общего развития, что делает ретинол. Ну и, в общем-то, ретинол липосомальный, он, как я уже сказала, хорошо проникает в кожу, и его нежелательно смешивать, например, с ахакислотами, потому что может быть достаточно агрессивное воздействие. То есть, если мы как-то с кислотами смешиваем, то это все-таки лучше под контролем косметолога делать, использовать. Если так, с чем мы еще? Ну, смотрите, с кислой формой витамина С мы не смешиваем. Но сейчас вы увидите, у нас в составе нашей сыворотки Ретидерм, помимо ретинола, входит ниацинамид.
это витамин ПП в амидной форме, в мягкой, и витамин С в стабильной форме, то есть в некислой. Поэтому вот это сочетание, оно достаточно хорошо работает вот с кожей. И что вообще вот ретинол делает? Да? Ну, как бы устраняет, стягивает поры. Вообще ретинол, он способствует такому мягкому обновлению кожи постоянному. Да? Поэтому ретинол хорошо работает и с пигментацией, и с акне. И также еще и уменьшает салосекрецию. И вот вы видите наши ретидермы. И если говорить, как правильно использовать ретинол, то учитывая, что ретинол всегда вызывает плюс-минус ретиноевый дерматит, в чем он выражается? В покраснении, в шелушении, может обостриться где-то какие-то воспалительные элементы, но мы должны понимать, что это как бы временное явление, и что, в принципе, это должно пройти в течение недели-двух. Мы начинаем применять ретинол постепенно, примерно от 2 раз в неделю. И если это достаточно агрессивный ретинол, например, у вас нет очень мягкого ретинола, и вы не хотите покупать там, например, маленькие дозировки, а у вас там достаточно большая дозировка, ну, скажем так, 0,5, да, или 1% ретинол, который у нас скоро выйдет, то желательно применять его, начиная 1 раз в неделю и постепенно вводя его, увеличивая количество приемов, то есть не в день, а в неделю. Применяется только 1 раз в день. Сначала 1 раз в неделю, потом 2 раза в неделю, потом 3 раза в неделю. И, в общем-то, можно его применять каждый день. Хорошо, если вы применяете ретинол достаточно долго, то есть не менее 3 месяцев. Вообще любые топические лечебные какие-то средства мы применяем не менее 3 месяцев. А если у вас все-таки есть какие-то проблемы, например, это акне, о котором мы сегодня говорим, также пигментация, то его лучше применять вообще там полгода, год, да, пока состояние кожи не улучшится. Важно помнить, что когда мы применяем средства с ретинолом, то мы должны хорошо увлажнять кожу. И вот видите, я написала, что делает ретинол. И также, если мы применяем ретинол, ну сейчас вот на следующем слайде. Все, я вам покажу. Вот, вы можете это себе, кто на телефоне, скриншот сделать, сфотографировать. И вот видите, здесь витамин С, но я вот не написала, что в кислой форме. В кислой форме. У нас в стабильной форме, липосомальной, поэтому это достаточно мягкое воздействие на кожу. И при контакте с солнцем, например, ретинол достаточно быстро разрушается. Поэтому очень здорово, когда ретинол вот с таким вот дозатором, да, потому что мы не открываем, и ретинол этот не улетучивается. И важно понять, что все-таки ретинол, он фототоксичный, еще плюс ко всему за счет того, что идет постоянное обновление эпидермиса, все-таки нужно обязательно использовать SPF-кремы. И если вы используете даже зимой, то это должно, SPF должен составлять 25-30. Если летом, то это прям хорошее нанесение SPF 50+ нашего средства. Все сфотографировали, все успели. Замечательно. И вот, как я уже говорила, азелаиновая кислота, что хочется сказать, вот азелаиновая кислота, она как раз-таки работает хорошо и с разными формами розации, и с пигментацией, с гиперпигментацией, и
с воспалениями, то есть с акне и просто воспалениями, из комедональной формы акне. И что еще хорошо, вот тоже клинически благоприятное действие азелаиновой кислоты доказано. И что еще хорошо, что все-таки ретинол, он обладает тератогенным действием. Да? Но наружно я не могу сказать, особенно вот такие косметические средства. Ну, если, например, узнали, что беременные, лучше, конечно, отложить и там как бы не экспериментировать над собой. Но наружные средства, они так слабо, они слабым тератогенным действием обладают. Это если только все-таки системные ретиноиды применять, то тогда да, тогда все серьезно. А вот азелаиновая кислота не обладает тератогенным действием, и ее можно применять и беременным женщинам. Вот это очень хорошая новость, скажем так. И, например, в сыворотке стоп-акне азелаиновая кислота содержится в виде азелаиноглицина. Дальше мы рассмотрим. Да, можно на постоянной основе, можно на постоянной основе. Да, там микроэлементы. Не знаю, вот если честно, у меня все нормально видно. Не знаю, почему так у вас. Не могу вам сказать. Вроде бы все хорошо. Я вот даже без очков, я даже вот очки могу одеть, посмотреть. У меня прям четко все. Может быть, да, может быть, как-то не тянет немножечко. Ну, в общем-то, смотрите, вы не переживайте. Все-таки я много чего проговариваю. Ну, больше, чем в презентации, поэтому, ну, не переживайте, вы все услышали, все, что вам нужно. И вот видите, мы как бы плавно, да, переходим к лечебному действию. Вы не устали? Час уже мы сидим, представляете? Поставьте мне цветочки, если вы не устали. Сегодня вот прям погода, ну я правда не выходила, мне кажется, вот прям интересно, тепло ли там на улице. Ой, замечательно, здорово, столько цветов, ура! Супер. Это круто, что вы не устали. Вот, я довольна этим, потому что, ну, наверное, мне кажется, информация интересная, да, и поэтому вот эти инструменты в работе, либо в уходе за собой, они все-таки вам помогут, мне кажется, ну, должны помочь очень хорошо. И, ну, я тут включила, если в основном много же людей, да, нас постоянно смотрят, наши вебинары. Но я в любом случае, так как мы говорим о жирной коже, очищение мы не можем никак отменить, поэтому я его все равно включила в презентацию. И что я хотела еще сказать? Еще по поводу ретинола, что я хотела сказать, вот именно косметических средств. Вот смотрите, если у нас первая стадия комедональная, да, то все-таки можно попробовать полечиться и, в принципе, в монотерапии вот такими ретинолами, ну, привыкать, например, с 0,25, потом перейти на 0,5, вот когда выйдет, перейти на 1% ретинол. В принципе, можно добиться хороших результатов вот при монотерапии вот такими косметическими средствами. Единственное, что нужно понимать, что здесь должны соблюдаться протоколы, это вот очищение, там, тонизация и так далее, и так далее. И все-таки системность применения, да? То есть нужно. Ну, можно попробовать с 12 лет, конечно. Можно попробовать.
с таких вот мягких форм. Единственное, что смотрите, может быть, вот ретинолом и не стоит, да, так баловаться. Вот все-таки может быть, потому что все-таки ретинол фототоксичный, да, он занимается обновлением интенсивным кожи. Может быть, стоит все-таки там со стоп-акне начать либо с топических лечебных препаратов, где содержится азелаиновая кислота. Ну вот, скажем, я очень люблю азелик препарат акрихин. Но опять же, смотрите, все топические препараты нужно применять с осторожностью, их нужно применять только на ночь. И ага, ну хорошо, да. А, ну девочке 16 лет, я уже запомнила. Это хорошо, это она умничка, просто молодец. В общем-то, да, 0,25, в принципе, ну, может быть, можно попробовать ретидерм, но знаете, ну вот отдохните лето, да, попользуйте еще стоп-акне, а уже осенью, там, уже когда там в отпуска все съездить, тогда попробуйте с 0,25 ретидерм, да. И вот монотерапия, в принципе, она может помочь, ну, потому что это комедональная форма, и в принципе там, да, когда солнышко уже такое яркое не будет, когда уже все-таки все отпуска пройдут, когда уже точно там лагеря и так далее. Вот. И, как я уже говорила, нужно начинать с восстановления барьерных функций кожи. Это вот то, что вот мы как косметологи в первую очередь рассматриваем, мы рассматриваем, когда к нам приходят пациенты с акне, мы начинаем с расспроса, как человек ухаживает за лицом, что он делает. И почему мы это все у него спрашиваем, не потому что мы ему хотим втюхать косметику Гельтек, а для того, чтобы разобраться, что он там вообще себе делает, какими-то спиртами себя мажет или она. Вот. А в 99% случаев можно сказать, что чаще всего уходы неправильные. И поэтому вот с помощью косметолога налаживаем уход. Как я уже говорила, часто жирная кожа, она дегидратированная. Также в 99% случаев. Я сегодня что-то процентами решила покидаться. Ну, бывает такое. Я думаю, что вы меня простите. Так, и с очищением, если говорить об очищении, то вот здесь вы видите, сейчас, секундочку, я переведу. А, здесь, я думала, масло у нас тут. Ну вот смотрите, гидрофильное масло, да, у нас. Да, если вы живете в Москве, Светлана, ну, как бы если вы живете в каких-то регионах несолнечных, да, вы можете с 0,25 и там, например, у нас есть крем с SPF 15 для комбинированной кожи, вы можете, в принципе, начать там. У нас есть, сейчас я вам покажу, кстати, мой любимый продукт, это мой личный. Можно вот такой CC-крем использовать, 25 SPF. В общем-то, он такой, ну, полупрозрачный, не совсем тон, но он хорошо, в принципе, и выравнивает тон, и, в общем-то, и будет хорошо защищать от солнца. Вот. И что я хотела сказать. Гидрофильное масло для жирной кожи – это очень хорошо, потому что будет разрушать вот эти сцепки, слипшиеся вот эти кератиноциты, и хорошо будет очищать кожу. И дальше можно умываться вот
одним из видов очищения. Но, как правило, люди жирной кожи любят гелевые текстуры. Да? Это вот наш универсальный гель очищающий. Чем хороши наши средства очищающие? Тем, что они содержат ПАВы. Очень мягкие и самые безопасные, которые вот есть, существуют в мире. Это кокагликозид и полоксамер 184. У нас есть две пенки с витамином С и пенка с алоэ вера, универсальный очищающий гель и гидрофильное масло. Гидрофильное масло очень приятно, у него еще и запах очень приятный. Отдушка очень приятная. Вот. И что еще можно делать с этим гидрофильным маслом? Ну, смотрите, вот если жирная кожа, особенно молодежь очень любит маскировать тональными средствами, да, или какими-то BB, такими ядреными, когда прям вот сильно они маскируют. И вот гидрофильное масло очень хорошо очищает и косметику, и очищает жирную кожу. Вот именно от вот этих вот кератиноциты слипшихся. Гель для снятия макияжа. Это блефарогель, вы говорите, или вы говорите о мицеллярном вот этом лосьоне? Наверное, мицеллярный лосьон, его, да, его все любят у нас. Он такой очень комфортный. Его часто берут в отпуск, чтобы очищать, менять, обновлять SPF вот часто берут с собой в отпуск, да, на море там или еще куда-нибудь в горы. Чем хороши наши, например, тоники? Тоники – это очень важный элемент в уходе. Ну, вот это розовая полоска, это вот наш, это лосьон, он считается на, ну как бы считается мицеллярным лосьоном нашим. И, я поняла. Я, если честно, не совсем поняла, но может быть и поняла. Хорошо, вот смотрите, тонизация кожи – это важный элемент, да, то есть мы убираем, мы, во-первых, тоником убираем поверхностно-активные вещества, которые остались у нас на коже, и еще наши тоники чем хороши, что они не содержат, сами по себе они не содержат поверхностно-активные вещества, и некоторые производители грешат тем, что в тоники добавляют ПАВы, что не очень хорошо. Например, ПАВы, они могут быть провокаторами как и воспалений, также они могут быть провокаторами и образования гиперпигментации. Вот. Наши тоники содержат только воду и экстракты полезные. И вот смотрите, тоник для жирной и проблемной кожи. Потрясающий тоник, замечательный, очень хороший. И он, в общем-то, смотрите, что здесь важно. Здесь соли, да, содержатся. То есть мы можем говорить, например, это важно для косметологов, а мы можем говорить о работе с аппаратами. Да, вот если палочки смочить, например, для микротоковой терапии, да, очень хороший тоник, то мы можем поработать микротоками. А плюс еще, видите, здесь планктон, зеленый чай, гамомелис. То есть этот тоник, он по сути своей, да, он больше увлажняющий, успокаивающий. То есть он вот как бы по большей части, ну как бы просто название страшное, да, вот мы привыкли, что все тоники там для жирной проблемной кожи, это значит там салициловая кислота, какие-нибудь спирты, еще что-то. Нет, здесь успокаивающие, увлажняющие компоненты,
И вот как раз-таки для жирной кожи этого и не хватает. Да? Вот мы своих пациентов переучиваем пользоваться такими хорошими средствами, чтобы очищение кожи не было до скрипа, чтобы оно там не блестело, не было там натянуто за уши, да? Чтобы все-таки водно-липидная мантия не повреждалась в такой степени. Навеки, да нет, я не могу сказать, просто смысла там нет, ну, как бы, хотя, в общем-то, здесь нет никаких противопоказаний для нанесения на веки. Может быть, знаете, может быть, это с ахакислотами, например, мы иногда не рекомендуем, да, ну, как бы в мерах предосторожности пишем, что тоник с ахакислотами не наносим на орбитальную зону, именно до ресничного края, особенно на подвижное веко мы не наносим. Ну да, нет, я не могу вам сказать, кто вот этот комментарий, не знаю, кто его написал, но на самом деле нет. Здесь нет никаких таких составляющих, которые бы противоречили нанесению. Ну, единственное, что у нас вокруг глаз кожа чуть более щелочная. Да? Если, например, у нас кожа лица это 4,8, там 5,5 pH, то здесь где-то в районе 6, да, вокруг глаз. Вот и все. А, собственно говоря, вот чтобы как-то это мешало нанести вот здесь, вот, да, если вы умылись, убрать остатки воды в этой зоне тоником, не вижу никаких препятствий, в общем-то, для этого. Следующий тоник матирующий. Мы его обязательно взбалтываем. Это взвесь такая, которая содержит каламин и каолин. И этот тоник мы рекомендуем использовать только в утренний период, потому что, ну, чтобы кожа все-таки там отшелушивалась, выбрасывала себум ночью как следует. А вот днем нам нужно, да, матировать кожу, нам нужно, чтобы кожа не блестела. Поэтому мы вот... Бутиленгликоль, смотрите, здесь это увлажняющий компонент, депантенол это противовоспалительный компонент, производный витамина В. И, в общем-то, очень приятный тоник, он хорошо, в принципе, вот, подходит для комбинированной кожи, для жирной кожи именно в первой половине дня. То есть, видите, и тут каламин, он будет как бы, и цинк, они будут и подсушивать вот эти воспаления, и успокаивать. Да, дело в том, что вот видите, у меня истинно сухая кожа, поэтому вот именно на собственном примере не могу вам ничего сказать, а вот мне уже не первый человек говорит, что на этот тоник хорошо наносить макияж. Я это не первый раз слышу, да, так что берите себе на заметку, кто еще не взял. Далее у нас освежающий тоник с ахакислотами. Вот как раз-таки его, ну, я как косметолог, там, например, могу, да, чего-то себе там лишнее позволить. Но в целом, в общем-то, лучше не наносить на какие-то такие более тонкие, чувствительные участки. Да? Ну, это вот как раз-таки зона вокруг глаз. Еще, кстати говоря, хочу с вами поделиться, может быть, кто-то не знает, но у нас, например, достаточно чувствительная зона декольте. Поэтому, если, например, вы гиперкератоз убираете в зоне шеи декольте, то смотрите аккуратненько, да, чтобы вот посмотрите, не раздражает ли это кожу. Хотя, в общем-то, понятно, что это косметические средства, и это не и прям пилинги-пилинги, но будьте внимательны, имейте в виду.
Вот, видите, да, смотрите, вот тут Олеся Моро. Ой. Давайте быть более терпимыми Боже мой, друг к что другу. это такое? Что это? Так, девчонки, я прям испугалась. Я не пойму, скажите мне. Меня кто-нибудь видит, слышит? Меня выбило. А, да вы что? Все, это запрещенное слово, все, мы больше его не говорим. Вы представляете, я прям испугалась так. Я прям испугалась, что я вас потеряла. Вот. Я вернула предыдущий слайд, кто меня просил. Я даже не знаю. Можно я вас по фамилии буду называть? Посмотрели предыдущий слайд? Можно переворачивать, да? Смотрите, вот видите, лайфхаки такие девчонки, значит, делятся с вами, что его можно наносить под SPF крем для жирной кожи, и замечательно. Да, каламин, цинк, они будут и подсушивать, и успокаивать, бутиленгликоль будет увлажнять, экстракт гомомелиса будет успокаивать и увлажнять. Вот, поэтому средство очень хорошее, а вообще средства для жирной кожи в Гельтек, мне кажется, они вот прям какие-то уникальные на самом деле. Потому что составы вот прямо нереально рабочие. Это я могу сказать вам как косметолог, который вот тысячелетиями искал, как бы вот это, чтобы это все было в одном флаконе. И тут, слава богу, Гельтек меня услышал. А следующий тоник с ахакислотами, значит, здесь вот разные виды кислот, ахакислот и немножечко салициловой кислоты, успокаивающий компонент депантенол, витамин Е и витамин С, они являются как бы антиоксидантами достаточно мощными. И соли магния, цинка и меди. Это все, что нужно, например, не только при заболевании акне, а и еще и при пигментации медь, да? Магний, медь, особенно медь, которая участвует в синтезе тирозиназы. Вот. Ну и, в общем-то, если аккуратненько, то можно, собственно говоря, и с розацией попробовать поработать, потому что там тоже барьерные функции достаточно сильно нарушены. Вот. Поэтому имейте в виду, например, если у вас жирная кожа, да, вы ж травмировали ее, то есть там пигмент. Да, у многих может быть, а может быть после беременности, либо связано еще с какими-то сложностями, то есть пигмент появился. И вот как раз-таки освежающий тоник с ахакислотами будет хорошо работать. Но имейте в виду, что сейчас лето уже у нас наступило, это у нас в Москве немножечко прохладно. А в более южных регионах там значительно теплее. Поэтому, если пользуетесь этим тоником, то обязательно наносите SPF. Следующий слайд – это, смотрите, эксфолиация, дезинкрустация. Это я вот так вот вам включила. И дальше мы рассмотрим то, что нам нужно. Это то, что я вот, кстати говоря, говорила про дезинкрустацию. Вместо чисток стандартных делать вот на нашем геле и лосьоне для дезинкрустации. И, в принципе, он подходит для ультразвуковой чистки, так же, как и маска энзимная пектиновая. Он также под пленочку на 20 минут, он также будет разрыхлять хорошо верхний слой эпидермиса.
И вот смотрите, маска энзимная пектиновая, это вот то, что необходимо для жирной кожи. Смотрите, можно назначать, можно продавать в домашний уход. Если это комедональная форма акне, то вы можете в домашний уход 2 раза в неделю назначить, и постепенно кожа вычистится, очистится, да, размягчатся вот эти вот пробочки сальные, смешанные с кератиноцитами, омертвевшими там и кожным салом, все это размягчится и все это смоется. И молочная кислота, она, ну, больше она здесь, ее совсем немножко, она больше протективным действием обладает, она такая как бы увлажняющим еще может обладать действием в малом количестве. Можно использовать энзимную маску. Я, честно говоря, люблю, когда молодые люди, мальчики и девочки, используют ее не под пленку, а именно в душе, знаете, на 5-10 минут, когда вот массажными движениями они как бы очищают кожу, смывают эту маску. Под пленку все-таки это вот больше как бы под ультразвуковую чистку и ну, в домашнем уходе и в кабинете косметолога. Гель пектиновый, смотрите, ну здесь больше, конечно, показано гель пектиновый для проблем с пигментацией, потому что пектин обладает осветляющим действием. Но опять же, если у вас пигментация и жирная кожа, то здесь 2 в 1. Видите, здесь pH геля 3,5, он слабокислый, то есть, смотрите, может быть, я в самом начале не сказала, а зря, что жирная кожа, она более щелочная, то есть вот этого здоровых бактерий резидентных, их нет. И разрастание вот этой вот биопленки, да, патогенной микрофлоры, которая создает щелочную среду и благоприятную среду для собственного роста. Вот. И поэтому для того, чтобы нормализовать микробиом, мы должны окислить кожу. Мы должны, для того, чтобы уменьшить воспаление, для того, чтобы погибли вот эти вот патологические бактерии, помимо кутибактерии акнес, и есть еще стафилококкус эпидермалис, который тоже вызывает вот это воспаление. Чтобы повредить их оболочку и они погибли, нужно как бы закислять кожу. И вот гель пектиновый, его можно использовать на постоянной основе, например, на вечер в домашнем уходе. Ну, например, гель пектиновый и увлажняющий крем ночной. Дальше обновляющий флюид Альфа-Дерм. Также мы видим, что это ахакислоты с текстурой oil-free, то есть не содержит масел и со слабокислый pH. То есть все, что хорошо и для пигмента, и для акне. Видите, да, 5% миндальной кислоты. И еще все остальное. Аскорбиновая, салициловая, яблочная, глюконовая, гликолевая. И увлажняющий комплекс Аквасил содержится в альфа-дерме. Альфа-дер применяется как монопрепарат. То есть мы его ничем не закрываем. Мы наносим альфа-дерм, мы ложимся спать. Применяется только по вечерам. Все успели, все записали. Всем все понятно, да? Дальше. Отшелушивающий лосьон салициловый 2%. Смотрите, этот лосьон, он может быть достаточно агрессивным. Поэтому мы его применяем только где-то 2-3 раза в неделю. То есть мы его не применяем часто. И вы, если, например, уже что-то приобрели,
то, ну, не берите все в кучу, там, например, все кислые средства, там, тоник с ахокислотами, салициловый лосьон, там, альфа-дермы, все это, и интенсивно начинайте, еще и энзимную пектиновую маску, и все это начинаете интенсивно наносить. Нет, этот уход нужно сгармонизировать, все сразу не берите. Если взяли энзимную пектиновую маску, просто добавьте к ней, там, например, маску Севобаланс, да, чтобы потом еще как бы восстановить кожу немножко. А если уж взяли гель пектиновый, то пусть у вас только гель пектиновый будет, или только там флюид альфа-дерм. Или, ну, можно, например, энзимную пектиновую маску и отшелушивающий лосьон, например, приобрести. Но не более того, не валите все в одну кучу. Я понимаю, что вот меня смотрят, наверное, девочки, у которых есть проблема, и хочется от нее быстрее избавиться, но нужно все-таки без фанатизма к этому подходить, нужно сгармонизировать свой уход. А для того, чтобы его сгармонизировать, вы можете посмотреть, позвонить. Если вы далеко, например, от Москвы находитесь, вы можете связаться с нашими онлайн-косметологами, либо прийти в наш центр диагностики кожи, чтобы вам вот поставили баночки и сказали, вот это и это, и как бы как правильно это чередовать, чтобы у вас не было такого пересушенности кожи или агрессивного, знаете, такого, может быть, вы можете прям, если все это все вместе наносить, вы можете добиться там шелушения достаточно сильного, которое сложно будет восстановить потом. Вот, сам по себе отшелушивающий лосьон достаточно хороший. Вы видите, да, здесь, что написано, можно на спину, на грудь и на плечи. Вот, вы можете этот салициловый лосьон, если, например, у вас эта проблема есть, вы можете, например, на лицо купить флюид альфа-дерм, а, например, для тела приобрести, или вот кто-то для детей, да, например, для мальчиков, там, например, приобрести для спины, груди, в общем-то, вот. Освежающий тоник, ну вот можно, смотрите, вот можно сочетать и гель для жирной кожи. Гель для жирной кожи содержит гиалуроновую кислоту, алоэ вера и коллоидную серу. И также гель для жирной кожи, если вот меня сейчас смотрят, ну, меня смотрят косметологи, можно применять в аппаратных методиках. Вот к вам пришли с проблемной кожей, да, вы провели дезинкрустацию, дальше вы можете провести там, например, процедуру фона, фореза, микротоки сделать. Вот именно по этому гелю. Алоэ вера успокоит, коллоидная сера восстановит эпидермис, гиалуроновая кислота. Как мы в самом начале уже проговорили, гиалуроновая кислота играет, то есть это лабораторно доказано противовоспалительным действием, участвует во всех вот в этих процессах, когда воспаление уменьшается. Сыворотка стоп акне, как я вам и обещала, да, что она будет у нас еще, и гель Демотен. Вот, это азлаиновая кислота и также содержит цинк, магний и марганец. Цинк, магний и медь, извините. И эта сыворотка содержит зеленый чай. И еще мы относительно недавно добавили пептид противовоспалительный, который, в принципе, вот этот пептид, он вырабатывается у нас на поверхности эпидермиса. Но, как вы уже сами поняли, что много проблем, да, на коже появляется, поэтому этого пептида недостаточно, он не успевает реагировать, подавлять это воспаление, поэтому вот мы в эту сыворотку добавили еще и пептид. Трипептид 44. Так он называется.
Да, скорее всего, он, в общем-то, он очень легкий. Мы вот, как косметолог, я все равно в любом случае пробую все. Если его нанести немного, да, вы для себя просто отрегулируйте, какое количество наносить, чтобы его и немного было, и немало. Под SPF, да, конечно, Дематен можно под SPF, его даже очень хорошо, потому что Дематен также содержит гиалуроновую кислоту, алоэ вера, поливинилпролидоны и коллоидную серу 10% в большом количестве. Да, конечно, можно. Если у вас есть воспаление, можно и стоп-акне, и Дематен, и сверху SPF. Я думаю, что этого много не будет. Вот вы попробуйте, и потом мне скажете, что этого немного. Пожалуйста. Так, смотрите, матирующий флюид. Вот я уже там, по-моему, где-то я говорила на вебинаре, что прям дочка моя очень любит этот флюид. У нее комбинированная кожа, и она говорит прям, что целый день она на работе ходит, у нее, в общем-то, не появляется жирного блеска. Видите, здесь микроспонжи такие содержатся, которые на себя адсорбируются излишки себума. Вот, видите, матирующий тоник, и вот либо сыворотку, либо матирующий флюид. Видите, здесь содержится цинк в двух формах, как противовоспалительный фактор, и еще немножечко, ну, как бы он является еще и легким таким SPF-ом. Оксид цинка, видите, здесь и ниацинамид в 3%, то есть здесь достаточно богатый состав, очень хороший, поэтому вот и зеленый чай, и гамомелиса, алоэ вера, нитрит бора обладает эффектом софокуса, то есть таким легкое светоотражение. Что посоветую я при расширенных порах? Мы об этом, Амина, говорили сегодня. Мы говорили сегодня о ретиноле много. И смотрите, тоже я уже несколько раз проговаривала, что вот делали такие клинические испытания и наносили на жирную кожу маску с лактобактериями, да, и что заживление, восстановление кожи происходило достаточно быстро. Это мы вот говорим как раз о восстановлении барьерных функций кожи и микробиома кожи, да. И как раз-таки у нас есть, вот я, знаете, я не включила в презентацию сыворотку ProBioSkin. Запишите прям себе. Сыворотка ProBioSkin, она содержит лизаты бактерий, которые восстанавливают нашу микробиому кожи. И также крем Мегаполис, он тоже содержит лизаты бактерий. То есть этот крем, он достаточно легкий. Видите, он тоже обладает, ну, он больше увлажняющий крем. Но я считаю, что он достаточно легкий, он подойдет, в общем-то, для любого типа кожи. Ну, например, если для сухой, то понятно, там сыворотки еще можно нанести, и потом уже Мегаполис. Это линия ZU, видите, это биокосметика, поэтому вот такое большое количество состава. Вот, и лизат бифидобактерий, лизат молочных бактерий. Но в летний период поддерживающая терапия, Амина. То есть, смотрите, для косметологии все-таки летний период это больше какая-то поддерживающая терапия, больше такая, ну, как бы более мягкая. Маска себобаланс, ну, это как бы это временный эффект. Если мы говорим о каких-то
пролонгированных эффектах, именно прям как лечение, то все-таки нужно до осени подождать. Как поддержка, да, как поддержка. И вот поросуживающая маска, о которой мы сейчас говорили. Замечательная маска, она не пересушивает кожу, она не засыхает, ну вот она не становится колом, да, несмотря на то, что там содержится каолин и бентонит. То есть вот каолин и бентонит, они как бы адсорбируют на себя себум, выравнивают кожу. И я, знаете, я бы, может быть, даже рекомендовала еще вот после этой маски еще и акваудовольствие, чтобы прям насытить кожу водичкой прям хорошо, да, вот прям вот полисахариды, вот эти вот типа гиалуроновой кислоты, чтобы они вот наполнили кожу, потому что серая, ой, жирная кожа, она часто серая такая, безжизненная, тоничная, потому что вот окклюзия из вот этого себума, да, она не дает коже дышать. Пожалуйста, Амина. Ну что, было ли вам интересно и было ли вам полезно это все? А я уж совсем расслаблюсь, знаете ли, и извините за капаю нос, потому что чувствуете, что я уже совсем не могу говорить. Было ли полезно, было ли интересно, и я думаю, что сейчас можно как раз поотвечать. То есть мы 1,5 часа целых, да, проговорили. Сейчас можно прям поотвечать на вопросы, если какие-то по теме. И ну вот, смотрите, это я профилактика гиперпигментации при применении ретиноидов и азелаиновой кислоты. Вы можете себе это тоже сфотографировать. Ну, я, в общем-то, по-моему, везде и не только я. Это хорошо, что очень полезно. Запишите себе этот слайд для применения. Вот наши солнцезащитные средства, о которых мы сегодня говорили. Это SPF 30 антиоксидантный праймер, это мужской спортивный гель SPF 30, это мультипротектор Oil Free 50+, а это то, что я вам показывала, CC крем 1 и 2. Вот он. Вот, смотрите, это замечательные ирисы Ван Гога, олицетворяющие наше лето и хорошее настроение. Ну, давайте, я понимаю, что вы устали и много информации, наверное. Ой, а зачем вам вовнутрь ее принимать? Нет, насколько я знаю, азелаиновой кислоты внутрь нет. А зачем? Почему вы хотите ее внутрь принимать? А есть топические средства наружные, замечательные. Я вот назвала у нас сыворотка, да, стопакне с азелаиноглицином. А под микротоки можно наши любые гелевые текстуры. Если мы говорим о сегодняшнем вебинаре, то это гель для жирной кожи, который содержит гиалуроновую кислоту, алоэ вера и коллоидную серу. Можно, в общем-то, и дематен пустить под микротоки. Но я бы рекомендовала дематеном все-таки лучше закрыть уже процедуру, а гель для жирной кожи и тоник для жирной и проблемной кожи. В них много солей, они будут хорошо токопроводимые.
Я как-то надеялась, что у меня картинка сегодня будет какая-то более красивая. Я только сейчас увидела, что она... Ну что? Я отключаюсь? Да. Да, все, что можно под микротоки, можно под электропорацию и можно под фонофорез. Да, все это можно использовать. Пожалуйста. Пожалуйста. Я, если честно, боюсь называть имена. У меня первый раз такое, что у меня вылетело. Вылетел вебинар именно из-за Алисы. Тут ты, ёлки-палки. Вот так вот, видите, я сама себя подставила. Ну ничего, это такой, знаете, праздничный эфир с ноткой юмора. Пусть будет. Нам запомнится. Я вас приглашаю на свои еще вебинары и мастер-классы. Что у меня там будет, не помню. По-моему, 16 числа у меня будет розация тема. 27-го будет тема пигментация, будет вебинар. И 29-го мы перенесли, 29-го еще какая-то тема у меня будет. Так, розация, пигментация, жирная кожа. А, возрастные изменения будут. Возрастные изменения. Возрастные изменения и сочетанные методы. Как мы можем сочетать инъекционные процедуры, аппаратные и мануальные техники. Ну что, сколько нас осталось? Скажите мне, пожалуйста, сколько нас человек осталось уже под конец? Прям мы долго все-таки болтаем, да? Наверное, пора заканчивать. Никто не остался, да, это я вот так вылетела и все. А я болтаю. Ёлки-палки. Обидно. Никого не осталось, правда? Блин, жалко. Так, ладно.